Всем привет-привет, вы на канале Roblox Ария, и сегодня у меня обзорчик на мой старый, самый первый каталог. И как вы видите, здесь вот такой вот файл, где куча всего. Я не знаю, может быть кто-то заметил, у меня на канале уже 50 с чем-то подписчиков. И я этому очень рада, я просто вам большое-большое спасибо, и в честь этого я стартую конкурс на моем канале. Да, условия конкурса и обзор на посылочку будут в конце видео, ну, где-то посередине, когда я полностью покажу мой каталог. И покажу, что же в конце в этой посылке и что я буду разыгрывать. Давайте начинать, я посылочку поставлю в сторонку. У нас каталожик наш. Открываем первый разворотик. Это у нас вот такой вот разворотик. Тут у нас коллекция Hello Kitty. Самая первая моя коллекция. И тут написано бумажки-симпатяшки. Дальше, это коллекция, собственно говоря, Hello Kitty. Вот, в это время у меня было мало всегда сюрпризов, так пакетики не очень. Но пакетики в коллекции Hello Kitty были реально бомбические. Они были в виде вот таких вот голов Hello Kitty. Вот все прям вот такие были. Вот тут нам попался шарик Hello Kitty, вот такая вот. Тут было типа по хэллоуинскому настроению у меня, типа бу, всякое такое. Ну, осенью я начинала это делать, ну, почему бы и нет, сказала я. И нарисовала вот такую вот Hello Kitty. Тут у меня вот такая вот прозрачная страничка ужасная. Смотрите, просто тут я не умела пока что делать прозрачные странички. Вот, и тогда... Обратите внимание, у меня наклейки были, так, я, если сейчас я сниму это, я смогу. Только на вот этом вот держались тут, то есть не было липкое, я это с половины каталога поняла, и посмотрела видосики, как сделать наклейки, и уже с двойным слоем делала то, чтобы и тут была клейкая часть. Ну, тут уже вот такой вот стикер у меня был. Дальше вот такой вот стикер, и тут уже end. Всё. Дальше у нас самая нормальная коллекция, мне кажется, одна из нормальных коллекций в этом каталоге. Это у нас авокадо. Тоже очень красивая коллекция была, мне тоже понравилась. Вот. Вот такие тут сюрпризики. Тут вот этот вот один одиношенький, прям злой такой. Вот этот очень милый, этот прям такой крутой. Этот вообще няшка. Дальше у нас есть авокадик. Да, еще самый красивый, прям, я не знаю, этот авокадик. Так, дальше резинки, стирачки. Ну, тут разные нам резинки попадались. Вот, резинка в виде YouTube. Класс. И самая классическая резинка, вот еще одна. Кстати, ребята, идейки берите обязательно на свои каналы, если вы начинающие или если вам просто уже нет идеек. Вот, дальше коллекция «Мальчики против девочек». Они обменивались подарками. Тут у нас девочки, мальчики подарили девочкам AirPods, а девочки мальчикам VR. Дальше тут уже обмен мягкими игрушками, футбольный мяч типа мягкий. И вот такая вот игрушечка. Дальше тут у нас Among Us. Да, и кисточка. Я как понимаю, тут девочки, тут мальчики. Тут написано pink or blue, розовый или голубой. Переходим к коллекции Among Us. Вот такая вот первая страничка с вот таким вот стикером. Тут написано Among Us, Among Us, Among Us. Так, дальше у нас вот такая страничка. Тут у них пати. И тут предатель. Текст. Дальше. О, тут маленький Among Us. Это так мило. Дальше у нас Among Us, вот такой странный, я не думала, что я нарисую язык, и вот тут вот осталось именно так, да. А тут уже его килнули, да, вот так вот. Дальше самая, ну, та коллекция, где я уже начала делать с двойным слоем скотча, вот. Тут у нас так, этот стикер не был таким, а вот все вот эти остальные именно такие. То есть, это коллекция «Мифка, лови мывку». То есть, мишка ловит мышку. Класс. В общем, вот так вот.
Дальше у нас коллекция вкусняшки. Вкусняшки коллекция самая-самая лучшая, по мне, потому что тут рисовал уже красивее. Вот, смотрите. Вот такая вот у нас коллекция. Тут я забыла розовым сделать щечки, конечно же. Дальше у нас коллекция, что нужно для видео. Ну, тут просто написал вид. Логично. Давайте вот так вот откроем. Тут у нас маркеры, тут у нас клей, видеогуру. Я по этому приложению монтирую все свои видео. Ну, не все, конечно. Бывают короткие видео, я делаю по другим приложенькам. Дальше у нас тут скотч. Я вообще не знала, как нарисовать скотч. Как ты так нарисовала? Дальше бумага А4 и каталог. Да, ну, для Роблокса только нужно приложение записи экрана. Видеогуру, так как в конце у меня там высвечивается запись экрана, когда я останавливаю видео. И это как-то некрасиво, и я это все обрезаю. Дальше у нас мы забыли тут телефон, то есть я выбросила этот пакетик, да. И, собственно говоря, наш старый фон, самый красивый, самый первый наш старый фон, а сейчас у нас вот такой вот. Дальше у нас коллекция Disney, вот такой милашка, вот такая вот Ариэлька, это Золушка. Тут обои на Apple Watch с Disney. Дальше вот такой милаш, вот такой вот прям милёшный. Дальше коллекция Oh My God, ты Клава, ноготки. Я не знаю, почему я так решила назвать эту девочку Клавой, но просто захотелось, знаете ли. Но эта коллекция, ну вот с первого взгляда очень красивая, ну и какая-то обычная. Ну, в принципе, мне тоже нравится. Дальше самая-самая лучшая коллекция, это в нашем каталоге картофанчик. Вот. Либо же Пау, но я решила не повторять, почему Пау, если можно картофанчиком назвать. Я не знаю, почему я назвала картофанчиком. На картошку похоже просто. Вот такие у нас тут картофанчики. Кстати, у этого были усы, я приклеила на мой каталог. Вот. Вот такие тут у нас картофанчики присутствуют. И их одежда, собственно говоря, отсюда можно их ее отклеивать. Вот, кстати, липкая. Можно отклеивать и приклеивать. Вот этим тоже самое. Ну, тут еще у нас вот такой вот лепесточек. И тут были усы. Я сейчас прям не знаю, показать вам или нет, но я уже достаю мой каталог. Вот эти усы. Вот. Я могу и остальные сюда приклеить, но мне как-то не очень хочется. Дальше у нас коллекция тоже самая прям красивая, одна из красивейших. Это коллекция футболки. Вот такая тут у нас футболка. Тут вот такая вот, типа Gravity Falls. Кстати, ребят, я сейчас после дистанционки. У нас учительница не может с нами второй урок делать, и я снимаю видео для вас. Да-да. А третий урок уже нужно математичка, да. Но реально с математичкой лучше всего проходит. Она самая лучшая, я не знаю, просто. Вот продолжение коллекции футболки. Вот такие тут футболки. Дальше коллекция тоже одна из самых лучших. Колбочки против лампочек, это же шикарно. Смотрите, тут все как красиво. Ну, смотрите, а? Ну, как это вот... Ну, вот как это не поставить лайк, а? Выскочила моя ручка. Назад. Вот, ну, смотрите, ну, как можно не оценить эту коллекцию и не поставить лайк? Ну, реально, ради этой коллекции можно даже подписаться на канал. Ну, ребят, ну, давайте. Ну, смотрите, какая красивая коллекция. Ну, просто это шикарно. Ну реально, я так старалась над этой коллекцией. Я где-то неделю ее делала. Вот. Ну, дальше тут уже идет коллекция маски. Эта маска просто
Трэш. Самая-самая крутая маска. Я не знаю, я не представляю, можно ли в этой маске ходить в школу. Все придут с попытами и симплами, димплами. И давай, говори, давай трейдиться. И все. Тут маска с мишкой, ну как же без этого. Обычная маска. Не хочу разворачивать страничку, но придется. Вот! Это не наклейка, это не наклейка, это наклейка, это у нас патчи. Дальше. Вот такая маска. Страшнейшая, самая страшная. И вот такая вот патчи. Дальше у нас просто елка, тут говорю, ура! И снеговик. Все. Кстати, обложку этого каталога я не меняла. Это сама обложка, мне очень она понравилась. Это формат вроде А5, если я не ошибаюсь. Ну, такой, лучше брать с пружинкой, которая у меня сейчас. Я хотела в этом видео еще обзорчик сделать на этот каталог, но там еще есть коллекции, так что пока что не буду. Ну и долгожданная наша посылочка, вот такая. Файлики. Это сейчас модно. Сейчас кто отправляет посылки кому-то? Просто файлики. Посылочка. Тут у нас вот такая вот наклеечка с мишкой. Открываем. Ой-ой-ой. Я, наверное, новую наклейку сделаю. Это мне не очень как-то. Давайте вот сюда поставим. Открываем файлик наш. Вот. Переворачиваем. Я бы не стала снимать эти звездочки, потому что это будет, ну, прям очень как-то рассыпчато все, что ли, как-то так. Ну ладно, уже достала. Так и быть. Файлик вот здесь оставлю. Все уже, все звездочки посыпались, но у меня еще есть. Ну, давайте по порядку. Тут у нас вот такая вот резиночка есть. Давайте начнем с маленького. Резиночка. Вот такая вот маленькая обычная зеленая резиночка. Дальше вот такой вот брелочек. Давайте я красиво буду все это ставить, да, чтобы, возможно, на обложке видео было именно это, но я так и не разобралась, как нужно делать обложки для видео. Ручка. Ручка в кадр лезет. Ну, короче, вот такой вот брелочек. Вот такая вот резиночка. Дальше давайте вот это. Это у нас значок, то есть вот сзади. Это самодельный значок, я его сама сделала. Это типа на худи прикреплять булавочку или на курточку, в общем, на что-либо. Или просто вот очень классный значок. Прям супер. Я хочу сделать такой значок для Мане, для Евы, для Соны. Да, дальше давайте, вы видите, наверное, уже утку Лава Фанфан, это логично, я бы не обошлась без этого. Давайте, ладно, это у нас посылочки. Такие же посылки, как были в моем видео, это посылка Dolce Milk, а это посылка Shein, но там совершенно другие вещи, совершенно новые. Давайте куда-нибудь сюда поставлю, ну, то есть Shein и Dolce Milk. Дальше давайте письмо. Вот такое вот. Вот. Если хотите, можете прочитать. Хотя тут будут спойлеры. Я быстренько закрою письмо. Там реально были спойлеры. Дальше давайте уже утка Лала Фанфан. Вот такая вот миленькая. Сзади она просто беленькая. Тут обувь, прошу не снимать, потому что у меня ноги квадратные получились случайно. Так, мне уже в кадр ничего не лезет, я сделаю вот так вот. Каталожик уберу. Дальше у нас вот такой вот, вот такая милота. Это у нас коллекция. И тут открывашка, но там сразу стикеры. Там сразу стикеры, там не пакетики. То есть коллекция у нас мороженка. Мороженка не из стикера ВК. Мороженки реально такие маленькие мороженки, разные в виде разных animals, то есть животных. Вот. Дальше у нас тут Утя бокс маленький. Там у нас Утя, одежда и еда. Да. Ну и как-то самое прям классное, мне кажется, это самоклеющая бумага вот такая вот. Тут у нас два таких больших листа формата А4. То есть вот, да, два.
На них нужно сразу рисовать и потом вырезать, и получится сразу стикер. То есть, смотрите, у нас тут вот, да, оно отходит, этот слой, и остается только липкий. То есть, это очень прям хорошо и очень классно. Я бы добавила таких листов, если бы я не планировал с ними коллекцию. Но, возможно, я добавлю. Возможно, будет 5 листов таких. Ну, и вот такая вот у нас посылочка в итоге. То есть письмо, 2 посылки для уточки, самоклейка, утибокс, коллекция, утя. Там, кстати, еще и утка есть в утибоксе, то есть 2 утки. Коллекция, брелочек, резинка, значок, 2 посылки для уточки и самоклейка для стикеров. Ну и письмо, да. Ну, ребята, я 100% знаю, что просто никто бы не написал комментарий, но я вас очень сильно прошу, пожалуйста, напишите хоть один комментарий, чтобы я смогла хоть кому-то отправить эту посылку. Посылка отправится за мой счет. Посылка идет в честь 50 подписчиков. Я очень рада, и в 1000 подписчиков у меня будет аж 3 места. Будут там блокнотики всякие разные, может, слаймики всякие. Ну, в общем, все очень-очень-очень крутое. Но я прям вот очень прошу, напишите хоть один комментарий, чтобы я смогла кому-то отправить эту посылку. Я очень надеюсь, что кто-то хотя бы напишет комментарий. И если комментариев не будет, то я просто не буду знать, что с этим всем делать. И кому это все подарить, просто буду в растерянности. И поэтому очень-очень-очень сильно прошу, ребят, я вас очень люблю, пожалуйста. И я сейчас скажу условия конкурса. Но условия просто нулевые, прям, реально. Так как это конкурс в честь 50 подписчиков, вы должны обязательно быть подписанным на мой канал. Ну, это вообще основной... такой стимул, вроде бы, да, так, всех конкурсов, когда на Ютубе делают что-то, говорят, всегда подписывайтесь на мой канал, но это просто из-за того, что в честь 50 подписчиков вы должны обязательно подписаны быть на мой канал, на канал Мане и на канал Сони, но это уже такое... Кто хочет, кто нет, может подписываться на канал Мане и на канал Соны и Евы. Еще нужно обязательно написать в комментариях Инстаграм свой. Если нет Инстаграма, я понимаю вас, просто у меня тоже тогда не было Инстаграма. Если я хотела где-нибудь участвовать, то я не могла. Просто пишите в комментариях, что вы хотите участвовать. Я буду выбирать с помощью рандома. То есть, вот так вот мотну все комментарии и на один комментарий тыкну. Короче, обязательно пишите. Если у вас нету Инстаграма, то пишите, что у вас нету Инстаграма. У меня нету ТикТока, Лайка и ВК и всего остального. Ну, короче, пишите обязательно. Я вам отвечу именно в комментариях. И, возможно, по WhatsApp'у или по Вайберу свяжусь с вами. Ну, или как-то так. В общем, ну, обязательно пиши в комментариях. Не обязательно, чтобы у вас была какая-то соцсеть, потому что я понимаю, что это очень обидно. Я вам отвечу именно в комментариях, то есть лайкну ваш комментарий, именно ваш комментарий, кого я выбрала, и отвечу на комментарий, и вы должны будете написать вашу почту, чтобы я смогла это все отправить вам. Это будет где-то конкурс будет 1 месяц, чтобы под видео набралось много комментариев, и через месяц эта посылка отправится, может быть, именно вам, да. Да, именно тебе. Вот ты сейчас смотришь мое видео, а потом через месяц тебе придет эта посылка. Да, вот так вот. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.